Дубак. Короче, вот нашел полено. Из этого полена сейчас будем делать классную штуковину. В бошку вбрело. Сейчас попробую воплотить. Пойду сначала помою. Жена по шеям надает за такую гривень. Ничего страшного. Искусство требует жертв. Помыть помыли, убираем улики.
После длительного сверления, ну, мучительного, мы получаем вот такую вот деревягу с дырами везде. Все дырки, все отверстия соединяются внутри. Получилось такое вот дупло с множеством нор термитных. Теперь нам надо маленько поработать фрезером, типа топориком каким-нибудь. Сейчас, в общем, посмотрим. Надо сделать некие природные декорации. Вы, наверное, поняли, что я хочу сделать. Я хочу его, типа, грубо говоря, состарить, сделать какие-то эффекты, дефекты природного характера. Не знаю, насколько это получается. Сейчас посмотрим, что получится в итоге. В общем, палим, не просто поджигаем слегка, а прям палим так, чтобы угли были. То есть сжигаем все лишнее, чтобы сгладить, короче говоря. Сделать природные явления. Да, алло. Алло, алло. Так, ну вот, из полежка из нашего вышла вот такая вот чудная штуковина. Выглядит прикольно, как какая-то декоративная вещь. Теперь нам нужно оснастить ее электричеством. Сейчас я этим займусь. Так, в чем суть? Суть в том, что у меня вот есть такие вот светодиодные ленты. Эти ленты нам надо запихать внутрь, чтобы они расползались по всем дыркам. По максимуму, как это возможно сделать, сейчас я буду делать. Все, я сделал, теперь пойдемте покажу, что это такое. Давайте договоримся, что каждый из вас либо напишет, либо поставит лайк или дизлайк за мою чудотворную штуковину. Пойдемте.
Что? Мышки. Мышки? Ну, мышки прогрызли дырочки. Они будут вылазить? Не знаю. Они уже, наверное, убежали оттуда. Я хочу их погладить. Погладить? Ну, я тебе куплю потом мышку. А видите, здесь так одна. И та девайки.